Хочешь поговорить? Увидимся. Эй! Ух ты! Как здорово вернуться! Если бы не ты, мы бы там померли, наверное. Так что спасибо за помощь. Я всем скажу, что ты самый настоящий малыш. Мне нравится думать, что это благодаря моей любознательной и очаровательной сущности и, конечно, моей природной хватке. Но Побрякушка говорит, это потому, что от меня голова трещит, как грецкий орех. Догадайся, кто из нас прав? Постараюсь. Эй, ты! Эй! Эй!
наверное, убьем. Уже почти кончил. Да, сильные бойцы, но всегда растопчут людишек. Thank you.
Доверьтесь нам! Не может быть! Человек! Человек! Прошу тебя, поговори со мной. Я в комнате слева от тебя. Включи интерком у окна. Не может быть! Или глаза меня не обманывают, или обманывает рассудок. Возможно ли, что передо мной настоящий, неизмененный человек? Да что с тобой? Уверяю тебя, я не похож на других в этом промозглом месте. Мое имя Фокс. Я бы пожал тебе руку, но, увы, я узник. А эта комната — моя камера. Я нашел его в одной исторической записи в компьютере. Так звали человека, готового сражаться и умереть за дело, в которое он верил. Я решил, что это подходит и мне тоже. Потому что я диковина, аномалия. Они не понимают, почему я не такой, как они, и мне кажется, это их восхищает. Во всех запертых комнатах медицинского отсека содержатся их неудачные эксперименты. Попробую угадать. Ты желаешь найти ГЭК? Верно? Я знаю, что есть сие. Я знаю, где находится сие. И главное, я знаю, как оно может оказаться в руках твоих. Ибо ты можешь помочь мне. Выпусти меня отсюда. Я не могу больше так прозябать. Я даже не помню, сколько времени я тут провел. Возьми меня с собой, я добуду тебе ГЭК. Покои, где находится ГЭК, просто пиршество радиации. Сомнительно, чтобы тебе удалось долго прожить там. Я же, как ни удивительно, унаследовал
одну полезную черту от моих собратьев, Метахомо. Я весьма легко переношу радиацию. Помоги мне выбраться отсюда. Я вложу Гэк в руки твои, целый и невредимый. В конце коридора по правую руку от тебя находится служебное помещение. Внутри ты найдешь пожарную консоль медицинского отсека. Отключи на ней сигнализацию, и я смогу выбраться. Но должен предостеречь тебя. Когда ты это сделаешь, сработает аварийный выключатель, и все палаты в медицинском отсеке откроются. Ну, что скажешь? Справишься ли? Я рад, что встретил благоразумного человека. Теперь же выпусти меня отсюда. Я не в силах дольше терпеть заточение. Мы можем обсудить это позже. Сейчас же направь свои силы на то, чтобы открыть эту дверь. Я останусь здесь, пока ты не откроешь мне проход. Только будь осторожнее. Некоторые из этих неудачных экспериментов весьма пугающие. Надеюсь, в скором времени мы еще поговорим. Наконец-то свобода! Подлинная свобода! Я не смогу достойно отблагодарить тебя за этот дар. Ты представления не имеешь, как долго я воображал себе этот момент, и в реальности он куда слаще, чем в мечтах. Теперь моя очередь выполнить уговор. Следуй за мной! Обещаю, будет быстро, но больно! Сладкая месть! Заклятие! Ау, голова болит! Заклятие! Меня попали!
тебя не предупреждали! Голова болит! Меня попали! Меня попали! Я! Очнись и бой! Убью вас всех до последнего! Не смеши меня! Твое время! Ты дорого заплатите за то, что сделаешь! Освобождаю тебя! Твое время истекло! Тебе не жить! Твое время истекло! Ладно, стой здесь. За этой дверью покои и коридоры переполнены радиацией. Я возьму чемоданчик и принесу его сюда. Будь начеку. Многие из моих обиженных умом братьев могут набрести на нас.
Как и обещано, вот Гек. Надеюсь, он стоит этого. Что ж, опасаюсь, здесь наши пути расходятся. Я найду путь наружу, не беспокойся. Быть может, мы снова встретимся где-нибудь на пустоши. Цель под контролем, сэр. Молодец, солдат. Доставь Гек на борт моего винтокрыла. Так точно, сэр. Я сейчас же пришлю сюда техников, чтобы это унесли. Он точно не вооружен? Так точно, сэр. Он скоро вырубится, но мы можем привести его в чувство. Великолепно. Немедленно подготовить его к транспортировке. Будет сделано, сэр. Ну, доброе утро. Давай не будем усложнять ситуацию. Ты скажешь мне код от очистителя и скажешь его сейчас. Я расскажу тебе, что тут происходит. Твоя игра проиграна. Ее выиграли хорошие парни. И теперь мы просто доводим дело до конца. Очиститель наш. И теперь для того, чтобы его запустить, нам нужен только код. Ты прямо сейчас скажешь мне этот код и сэкономишь нам всем много времени и нервов. Может, я даже тебя отпущу. Ну так как? Ты знаешь, зачем. Без него мы не можем запустить очиститель. Чем дольше очиститель не работает, тем больше людей страдает. Ну же, сынок, я теряю терпение. Мне нужен этот код, и он нужен мне прямо сейчас. Отлично. Тогда мы это сейчас проверим. Говорит полковник Отом. Ваши люди на позициях, солдат? Принято, сэр. Ожидаю передачи кода. Ваш код 704. Повторяю, 704. Подтвердите и введите. Принято. 704. Полная готовность, сэр. Ввожу код. Никак нет, сэр. Код не подходит. Я потерял еще одного человека. Почему ты настаиваешь на том, чтобы усложнять дело? Возможно, мне пора открыть стрельбу. Как ты думаешь, сколько крови тебе не жалко перед тем, как ты расскажешь мне все? Полковник, вы мне нужны. Господин президент, у меня нет времени на другие дела. Я скоро прибуду к вам. А теперь, полковник... Так точно, сэр. Наконец-то мы одни. Прошу прощения за поведение полковника Отома. В последнее время он переживает серьезный стресс. Я не сомневаюсь, ты знаешь, кто я. Уверен, тебе доводилось слышать мой голос по радио. Я хотел бы поговорить с тобой с глазу на глаз. Думаю, есть несколько вещей, которые нам с тобой стоит обсудить. Свое имущество ты найдешь в шкафчике у двери. Я отопру для тебя замки.
Кроме того, я верну тебе свободу передвижения. Я жду тебя у себя в кабинете. Пожалуйста, не задерживайся.